Лондон – чудо-город. История на каждом шагу. Туристы тоже. Приветливые бармены в пабах. Музыка, театры, живопись. Мультикультурализм. Старейшее в мире метро. Подземка. Самый стильный город. Первоклассный. 12 тысяч лет, чтобы создать его. И одна ночь, чтобы разрушить. Ну что там у нас? Датчики я вырубила, но дронов тут дофига. Какая жесть. Далтон, давай шустрей. Есть, мэм. Внутри. Узнал, с чем мы имеем дело? Узнал бы, если бы ты не рванул с места в карьер. Может, оставить подобные инциденты властям? Смешно, Бэгли. Правительство скорее арестует нас за попытку помочь, чем сделать что-то полезное. Придется разбираться самим. Будь начеку, Далтон. Бэгли заметил нотку тревоги в голосе Сабины. Чудно. Ты спрашиваешь компьютера о чувствах. Это многое объясняет. Заткнитесь, пора за дело. Нет, показалось. Зашифрованный. Я не смогу выяснить, кто это. Призраки в системе. Тебе явно больнее, чем мне. Сделай одолжение, Далтон, не шуми. Не будут стрелять в меня, и я стрелять не стану. Пойдет?
Что это? Хватит! Здесь полно снаряги Датсек. Хотелось бы понять, почему. Что? Откуда они ее взяли? Не знаю. Но кто-то хочет создать впечатление, что тут был Датсек. Черт. Будь максимально осторожен, Далтон. А что это за люди в черном? Не могу выяснить, кто это. Полагаю, так и задумано. Твою мать. Да тут все заминировано. Боже, те бочки. Бэгли, это же... Гексаген, здесь хватит, чтобы сравнять с землей парламент. Бэгли, можешь сказать, где детонатор? С полной уверенностью нет, но устройство этажом выше транслирует тонну зашифрованных данных. Подходит. Я проверю. Тут повсюду пропаганда Датсек. Эти уроды хотят взорвать парламент и свалить все на нас. У них не выйдет, если ты найдешь детонатор. Прямо в палате общин. Не знаю, кто эти люди, но им хватило наглости влезть в самое сердце страны. Нашел детонатор. И он активирован. Бэгли, мне нужна будет помощь. Верно, но, увы, у меня нет доступа. Срань. Но мы не вывезем без Бэгли. Ладно, обезврежу вручную. Это входит в курс подготовки в Ми-5. Ты умеешь удивлять. Ну, поторопись. Так, Бэгли, действуй. Готово. Но теперь бомбы заряжены. Это усложняет дело. Твою мать. Обезвредить сможешь? Конечно. А еще могу наткнуться на очередную защиту, и ты взлетишь на воздух. Имей в виду. Это привлечет к тебе внимание, Далтон. О, очень надеюсь. Враги у черного хода. Блин. Далтон, в штаб-квартире большие проблемы. Но долго еще, Бэгли? Зависит от количества твоих вопросов. Так, господа. Взяли стволы и надели маски. Сейчас пойдет жара. Черт. Меня нашли. Беру их на себя. Проверьте каждый уголок. Чисто. Куда дальше? Что скажешь, Бэгли? Скажу, что меня одновременно впечатляет и раздражает сложность этой системы защиты. Работаю. Бэгли, порадуй меня. Я обошел защиту и перекапываю терабайты цифрового шлака в поисках цикла активации. Нужно проверить, как же я встрял?
Далтон, здесь нужен человек, а именно его руки. Срочно! Что такое? Слева три слота, один из них приемник. Выдерни нужный провод. Ты серьезно, блин? Более чем, блин! Дергай! Если я взорвусь... Обезврежены. Ну вот, не так все и страшно. Бегли, вот ты гад. Я чуть не схватил инфаркт. Стоп, стоп. Что это вообще такое? Похоже, парламент не единственная цель. Активируются новые бомбы. Бегли, попу. Нужно всех предупредить, чтобы людей эвакуировали. Точки по всему Лондону. Мы не успеем. Но моя сестра на конференции ТНН. Нужно что-то делать. Я нашел на крыше передатчик, который посылает сигнал в другие точки. Доберешься туда? И отключу все. Сабина! Черт! Далтон, тут бойцы! Живо! На крышу! Сабина, что происходит? Облава! Тут просто бойня! По протоколу нужно стереть все, включая Бегли. А как же передатчик? Да, я помню. Но если до Бегли доберутся, у них будет вся инфа. Имена, места, операции. Ладно. Сделаю все по старинке. Стирай. Да, сотри меня. Давай, Сабина, стирай и вали оттуда. Блин. Так, Бегли, все. Ты теперь сам по себе. Далтон, если что-то вдруг... Ничего не случится. Увидимся на месте встречи. Обещаю. Удачи.
Дед. Деле? Ты про убийство, ты... Именно. Надо спасти мир. Ты ведь знаешь, что лондонцам не впервой, м? Чума, великий пожар, блиц. Не очень весело. Но разрушение — лучшее лекарство. Нулевой день уже наступил. Боже мой. Минут назад в трех районах Лондона прогремели мощные взрывы. Власти просят местных жителей не покидать свои дома, пока работают спецслужбы. Официальной статистики пока нет, но предположительно счет жертв. Прогремели страшные взрывы. Ночные траурные бдения объединили тысячи семей и сплотили жителей города. Правоохранительные органы... Конференции на Даунинг-стрит 10 премьер-министр поручил Найджелу Кассу, директору ЧВК «Альбион», обеспечить безопасность Лондона. Касс дал слово покончить с террористической группировкой «Дедсек», силу, применив передовые интеллектуальные системы и автономных дронов, чтобы захватить оставшихся членов «Дедсек». Все, кто захочет пойти по их стопам, должны знать. Корпорация сообщает о рекордных прибылях, связанных с оптимизацией производства и распространения товаров, ставшей возможной благодаря адаптации военных технологий для гражданских нужд. Наркотики и проституция исчезают с улиц Лондона. Уровень преступности резко упал после ареста лидеров 4 из 5 крупнейших преступных синдикатов города. Скоро улицы Камдена и Брикстона... налаживается, и правительство приняло решение продлить полномочия Альбиона на неопределенный срок. Комендантский час и ограничения на перемещение были отменены. Слухи о восстании на Трафальгарской площади сильно преувеличены. Вероятно, их специально распространяют в соцсетях иностранные агенты. Альбион успешно борется с ним. Попытках дезинформировать их путем распространения фейк-ньюс. Но в темных уголках интернета все еще появляются теории заговора и слухи, что террористическую организацию «Дедсек» подставили, хотя это неоднократно опровергалось. К сожалению, наши репортеры не нашли никого, кто согласился бы разъяснить суть этой теории для наших зрителей. Факты свидетельствуют в пользу официальной версии. Нужно собрать команду, но мне не ребутнуть Дедсек в одиночку. Хакну лондонский CTOS и гляну, кто доступен.